Более сотни человек собрались сегодня на площади Свободы, чтобы сказать «да» интеграции Украины в Евросоюз. Активисты исполнили национальные гимны, гимн Объединенной Европы, развернули флаги Украины и ЕС, а также политических партий и общественных организаций. При этом среди участников акции не только представители политических движений, но и просто неравнодушные. Харьковчане, говорят, вышли на улицу, потому что считают, это их право делать выбор, а не политиков, которые зачастую руководствуются вовсе не национальными интересами. Во-первых, это законы, которые впереди будущего нашего. Плюс еще нужен референдум, не просто законы. Надо изменить законы так, как хотят это люди Украины. Мы живем в свободной стране, а не где-то, что за нас должны все решать. Должны решать и народ тоже, должны советоваться с народом, как-никак. Мы же, извините, не в Африке, там где за нас должны решать. У нас трое внуков, да, и я не хочу, чтобы они, как говорят, пасли овец у Назарбаева. Пусть они там, в Европе, будут, хоть улицы заметают. Я считаю, без Европы Украина как государство не состоится вообще. Понимаете? Не будет такого государства, к сожалению. Люди этого не понимают еще, поэтому нас мало здесь собралось. К сожалению, тоже. Понимаете? Сейчас надо встать и показать свою силу. Участники митинга уверены, сейчас, пока еще возможно подписание ассоциации с ЕС, украинцы должны проявить активную гражданскую позицию и не позволить Украине из-за политических дрязг потерять шанс стать европейским государством. Марина Николаева, Владимир Борох, агентство телевидения «Новости».